Лагает? Да нет. А, это у меня просто иконки каста нет. Вообще неудобно. Не врывайтесь так сильно, у нас мало очень. Кто-то вайпнется и можем вообще не убить. Лися дурак. Давайте трэш, сейчас пускаю босса, даем рост, будем половину залить. Давайте рост. Дурак. Скоро снова взлетит. Катя. Можно подождать.
Привет всем. Привет. Олег, ты тут? Да. Да, надо рестнуть меня. Пора с этим. Это мне в ретрике или в холике? Ой, в ретрике. Ну ща я долечу стык. Сейчас сманем. Тыкнись. Хотя ты можешь с собой пойти. Я? Да. Ну давай, зайди. Коша повреди. Приступ. Да, будет сумон. Сейчас, дай зайди. У нас пока два хила только, но 1000 престов. Да, пикай Котону. Котону пикай. Да, ну я с луком иду. А чё так решил? По лукам пойти. Я решил, хочу эти печеньки. Трансмут, может, с ролью. Надо кто-то, не? Да, заходи на... Это пало. Я просто не знаю, как льду танчить, я не танчил никогда. А мы просто сейчас будем убивать просто боссов, просто убийства, потому что онлайна нет. Так смысл туда идти, пишите в ЦВК лучше. Тыкните, тыкните, верните кто-нибудь. Подожди, не уходи, сейчас всех посуманим. Быстрее зато до йога довезем. Так и толку. Так какие тебе надо чего? Не знаю, там где ЕП-шку можно пофармить. Ну 5к ЕП за льду. Пусть идет кем хочет, я могу про товаром. Ну а типа в шкаф поставим. Я с ума. Я ставлю. Хорошо, да, что Пеппер и Нарекси сходят с нами в льду. Ох. Если я написал, он сказал, у него гости приехали. Он, ну типа, с гостями. Обманывает. А Пеппер, он вроде говорил, что типа поздно приходит, там после 9 или после скольки, не знаю, по воскресенье. Я ЦГП. Кому там еще сумон? Сколько там народу в очереди на осколки в льде? Человек 10. Ну это не так много, на самом деле, я думаю, больше. Где начать этот квест Волонир? Себе тоже. Он просто раздается, эти, никакие осколки, не надо никаких квестов. Угу. Сколько их надо, Олег? 60? 30. Проще 2 шема собрать. Быстрее будет. Но в среднем за рейд падает сколько? 2-3? 1. Мне всегда падало по до 3. Было, когда 5 падало. Ну да ладно, блядь, вихрь преследует. Было. Ну смотрите. Так, я ролок сделаю. Так. 22 человека в рейде. Ну ладно, Бургримс уйдет потом. Через часик, наверное. Суманите протопало. Какого ХК вроде? Я его суманил. Я трупом был.
Меня тоже, пожалуйста, запишите в очередь. Я не знаю, как это делать. Ника нету. Так, наверное, так не будет лагать. Сколько 30 осколков? 3. Даже у меня больше. 4. Фух, да, это скончание века, будем собирать те осколки. Пошли бить мобов. Так, телефон. О, побил моба, класс. А вот такая один осколок. О, теперь есть эта планка. Есть бога ДК, богати, какие-то люди, понимают пати. Не достаю, слишком далеко. О, руку зашел. Танцы, что мы что-то сделаем, люди увеличиваются. Ты какие ладные наручи? Ты его еще не взял? Это на голенике. Да, так я и сказал. Лучше уже. Что там? Завтра на работу. Так, повороте, ресните. Давайте футбол сейчас будет. Паня, бафы и кресты, наверное, тогда. Да. Я кресты давай. Ты уже помахнул. А, ну да. У Вани кулак вкачан. Повороте, вставай. Еще раз рез. Спасибо. Давайте фулл баф. Лапу дайте еще, каску по ШП. Кому какие вообще чивы остались? Я вообще второй раз, поэтому все. Мне осталось самим миром убить бессмертие и уничтожить пушек, и все. Короче, можно этого ДК взять, которого воет в гильдию взял. Пишет тактик, не знаю. Тогда лучше не брать. Ладно, чек на пул. Али, поставьте ауру обмен. Вот эта штука мне тоже нужна. Вот это мы и сделаем. Нет, сначала попробуем сделать бессмертие йога. Если не сделаем, то вайпаемся и делаем вот эту штуку. Так, хилите вдвоем, козырь отошел. Прекращайте каст. Босс сбивает косты. Сейчас длинную струю юзает.
Ты можешь этого моба заводить в воду и убивать. Я в ковше. Бля, били тело. Падаем. Не, не надо. О, может двух раскалить и может кому-то чего надо. И убить мобов в воде. О, может не успеет. Не успеет. Уже тут одна фигня какая-то упала. Ну ломан, может он пойдет. Давайте сейчас перед роботом суманим Аукера. Ройл, ты тут? С радостью сделал бы хламоботов, но у нас нет проблем. Тут Рова Ханта. А может кто-то в рейде есть, кто сочивает с хламоботами сейчас? Да, есть. А у тебя хан маг есть? Нету. Спец ванна зашла. Там кто-то чил, не есть, если у вас маг хан есть, заходите, пожалуйста. Кто там на той ачиве было? Два ханта. Мага вообще у нас нет. А не один есть. А у тебя чего? Могу зайти. На кресте? Не. Мне она не надо. Ну ты можешь зайти тоже, мага. Не агри босса. Ройл, ты здесь? Да-да-да. Чё ты покажешь? А мне нужно больше. Чё, кто может на Элема зайти? Шанан, ты можешь зайти на Элема? Ну да, могу. Ну давай, заходи. Будешь ставить это. Я понял. Давай войд про товара. Сейчас могу убить. Не достаю. Слишком. Мне нужна цель. Ралька, снимаешь шмотки все. Пекайся во Фроста. Каукер, ты убивал с нами хламоботов уже? А вы, кстати, когда успели хламоботов уже сделать? Ну, вот когда-то таки успели. Угу. Это, по-моему, последний рейд был с Пеппером. А вообще, я делал эти хламоботы уже успели? А, да, я их делал. Я вспомнил. Короче. Ну, сейчас, понерфить инженерию, да? Не, это не то. Это не то. Что вы линкуете? Вот, вот эта херня. Кажется, там 20 хламоботов
надо убить с помощью бомботов. Ну, есть... Ты жопу рвать, что можно, ну и нафиг эту ачивку. Давай, ну, один раз. Пойду, осталось, по-моему, две ачивы или одна там с 25. Ну, я сейчас один раз попробуем, тут надо просто бомботов убивать, они взрываются, наносят урон хламоботам и делается ачива. Так, кажется, 5 хламоботов выходят за один раз, то есть босс там, у босса появляется сердце, выходит весь трэш. Там по-разному вроде. Там больше, по-моему, выходит. По 4 рубля. Ну не важно, в любом случае, там главное поставить на бездействие всех фетов, там ни в коем случае их не бить. Я понял. Это там под них звездопад, да, или что? Не надо ничего давать, ни звездопад, ничего, никакого АУЕ. Вливайте в это точечно в большой трэш, который будет выходить. Тант на боссе, точняк войд на большом трэше, под мелкий трэш, под хламоботов там. Кралька, этот кольцо льда, конус льда, что там еще есть? Эшанан, тотем оков, хавкер, ледяную ловушку. Я буду подбивать сам хламоботов пыткой. Вообще не надо поставлю их метки на бомботов. Просто... Олег, сука, как вы заебали говорить одновременно со мной, чтобы вы горели в аду. Поставлю метки на бомботов, скажу, какого бомбота подбить, надо одновременно их подбить в одной куче с хламоботами. Тогда может ачиву сделать. Как его водить, мутант? Короче, не знаю, сейчас его, короче, буду говорить, как его водить. А, все, я вспомнил. В общем, заводи его на одну из куч, из мусорных куч, допустим, вон слева есть куча, сразу туда босса ведешь. Когда будет переходка, у него появится сердце, вот если возле кучи то появляется сердце, то эти мобы не выходят с той кучи. Понял, мутант? Потом в зависимости от того, куда будет двигаться хламовод, оттуда уводишь босса. Пошли агрить босса. Подожди, можно я добавлю? Они еще все фиряются, все кресты могут фирять, а? Весь трэш. Нет, не фиряй, не фиряй. Надо их наоборот в кучки водить. Веди это, мутант, веди к босса к кучке. Веди босса к кучке. Не знаю, по-моему, если терять надо. Не надо терять ничего. Заводи прямо в эту кучу. Терять надо, если они идут к боссу. Да, ты прав. Ну так уже не надо заводить. Хорош. Даже не могу его убить. Хорош. Так, смотрим. Буду кидать метки. А сердце дамажить? Не надо. Не бить сердце. Так, раз, хламобот. Бомботов тоже не бить, кстати. Два хлама. Сливаем у трамбовщиков. Уводи босса. Четыре хламобота идут прямо на босса. Караул. Блин, босс, то, что наверху, они тоже наверх поднялись. Братан, куда ты ведешь его? Ты видишь, что мутанты идут прямо на босса? Мутант. Короче, убиваем босса просто так, без хлама ботов. Сливайте так. Да, я не знаю, вообще молодцы, конечно. Давай я, может, положу. Давайте сделаем войду очень реально. Да долго. Мутант пока поймет. Сделали в прошлый раз со второго трая. Давай я босса повожу и зайди на мага, да. Пожалуйста. Ты видишь? Ты видел вообще, куда ты босса ведешь? Прямо на хламботов повел. Ты нормальный. Давайте. Бля, я вон там метки.
слышите? Да, ну давай еще один драй, давай. Падайте. Последний драй. Можно я быстренько отойду на 2 минутки? Иди на 2 минуты. Потому что у кого-то ачивка есть, и может он на мага зайдет. Там у каждой кучи по магу нормально будет делаться. У меня ачивка есть, но мага у меня нет. Могу на шамана зайти, не знаю, кто там вам нужен. Так зайди на шамана, сделай лент спек. И все. У меня там энх и надо, не надо сейчас ничего, ни на кого заходить. Шлем есть, мага есть. Ну, два элема лучше будет. Ну, спек я специально делать не буду, но я могу тотем этот ставить, он замедляет. Там, Applebox, ты можешь корни кидать на одного моба. Например. Все, и не заводи так босса на, так, на кучу, короче. Хреново вышло. Кидать на хламобот, да, получается? Да, короче, какая-то херовая тактика с кучей. Не заводи туда, там просто выходил бомбот и хламобот еще. В центре, короче, танчи. У тебя же СС был. Это все по-дебильному у нас вышло. Пускай Войт потанчит, он знает, как это делать. Мы в десятке делаем недавно. Помогите поднять людей. Я что-то тапки не могу в сумке найти на танк, блин. Бранька, вставай. Не, давай, мутант, ты будешь. Там знаешь как, Ваня же, ты справишься с трэшем, там два моба будет не больше. А если надо будет его быстро перевести, там же он замедляет танк, я просто дальше буду отбегать, ну куда тебе надо бежать. Буду там бить, он будет быстрее ко мне идти, а ты потом будешь подходить ко мне. Я тебе сейчас покажу, как ловить. А чё, у нас только у Вудиалина ачива в рейде, да, сделано? Ну, я не знаю, короче. У меня хант есть, кстати. Давай хантом лучше. Давай, сейчас шкаф поставлю. У нас вообще мало где-то может держать. Там только это. Маги могут держать снова, если их, они просто замедляют их, ну то есть останавливают. Ну или мы тоже могут останавливать их. А покаяние не пашет? Это же, ну, не помню. Так это ж механизмы, как она будет против них пахать. Не, я ж спрашиваю, я не в курсах. Ганс. Смотрите. Нас пока
3 человека в рейде и 2 АФКшек. С них начнем. Пробафайте ханта. Бафайте рейд. Мутант есть 3 вида мобов. Одни большие, и их убивает рейд. Одни с головой большой, это бумботы. Они взрываются на половине хп. Они убивают хламоботов своим взрывом. Это для ачивы. Самые маленькие, они хламоботы. Хламоботы идут всегда только к боссу. Когда они подходят к нему, они с ним сливаются и восстанавливают ему хп. Маленькие, они идут на рандомного игрока в рейде. Они таунтятся, станятся, да их бить не надо. Хламоботов тоже не надо. Водить надо от хламоботов. Маленькие, самые маленькие, это хламоботы. Не знаю, не замечал, красные или нет. Да. Они разные цвета есть, и зеленые, и белые, как хочешь. Три вида мобов, короче, один с большой головой, как бомба. Второй большой, а третий это вот тот самый хламобот, не знаю какого он цвета. Красного. Дай мне ассисты, я на себя метку кину на мутанта или еще на кого-то. Листы, точняк, че ты бафал? МП5. Кристы, это по шаманам. Все, погнали, так? Никчем, ты понял? О, Никчем, а ты можешь замедлять мобов криком? Он его вкачал? Знаю. Главное не бей мобов, хламоботов и бумботов. Вот смотри, ромбик, иди вот к этой куче, вот сюда, к правой куче, где черепок. Кружок в другой куче. Кралька, звездочка, иди назад и налево, вот сюда. Сука, метка, наверное. Вот где месяц, сюда иди. Вуди Аллен, Дидмайндед, идите в другую, вот в эту кучу, где месяц сейчас. Сюда пойдете. Фирить будете. Кресты Волкер налево к ромбику. И кто там, Сатарарепа направо к кружку пойдешь, тоже фирить. В идеале, но уже на ханте. А, да. Значит, Тирагоса направо. Все, не бейте босса, не бейте босса. Вот смотри, сейчас сердце. Сейчас надо мобов контролить, ну, стопорить. Разбегитесь по краям. Не надо сейчас дамажить. Потом скажу, когда переводить. Мутант. Ну, два справа, два хламобота справа. Идешь к месяцу, мутант. К месяцу. Иди уже сюда. Иди уже сам, иди сюда. Ну, чтобы босс бежал быстрее, потому что он тебе замедление будет давать. Вот иди сюда. Иди прям к дверям, иди. Сейчас мы отсюда посмотрим, где тебе проскочить будет лучше. А у Еврона не бейте. Мутант, теперь ровно вот сюда за месяцем иди, ровно, иди прям в кучу. И сам беги в кучу. Все, беги. Где звездочка, дайте контроль. Это. Вот теперь веди к месяцу обходи вот сюда. Вот, мы их типа закручиваем, понял? Они все живые. Вот, и веди. Вот, ново, есть, все нормально. Сейчас смотри, закончится это дерьмо, ты беги. Беги ко мне. Не бейте босса пока. Теперь идешь сюда, к ступенькам. Идешь там, найти замедление. Смотри. Хороший. Вот сюда подходишь, вот прям в месяц. Теперь смотри, стоим здесь, никто не бьет босса. Сейчас мы подождем, мобов отпустите немножко, новую как ближе сюда подойдут, дадите. Вот, кралька, пока жди КД новых. Сейчас они подойдут немножко, и мы пойдем с тобой к этой, к воротам опять. У ворот будем переводить. Вот, пешки, что ты делаешь? Стой. Нифига, стой. Стой, мутант. Бей. Не надо ничего бить. Подождите, сейчас мобы чуть подойдут. Да нормально. Ну все, уже съебалось. Все, давай новую. Пошли, мутант, к ворот.
Точняк, если свободен, вот где месяц, можешь в меня подбежать и стунтить босса, чтобы он быстрее перешел. Сейчас там секунда. Все, он идет сюда, идешь к воротам. Полностью к воротам. Все, дамажьте босса. Дайте новую сейчас. Сильно дамажьте босса. Мы не должны успеть дойти. Потом мы будем проскакивать между большой кучей и теми, которые здесь выйдут. Скорее всего, он парочку съест, но главное, чтобы небольшую кучу. Дамажьте. Давайте новую там. Ловушки еще разлейте. Телим. Дай корм. Я немного подбиваю хламоботов. Давай, веди, не надо уже, подбивать. Уже веди мутант. Да-да-да, вот сюда, где месяц веди, где месяц. Все, веди, они потому что близко подходят. Веди сюда между этими кучами. Так а че нельзя хламоботов прибивать, они же не убиваются. Да они взрываются, и тогда урон наносит по этим хламоботам. Не бейте больше босса. Не-не, я про хламоботов сейчас. Вот сюда, где месяц, подбегите, маг. Маг, подбеги, ханты там пока стойте. Феряйте ту кучу большую. Кралька, беги сюда, звездочка. Алекс, там лучше не бей, потому что там еще будут этими новыми урон наноситься. Да, новыми урон наносится на самом деле. Достаточно хороший. Ну, кралька без шмота, так что нормально. Чё-то лучше по вот этим большим. Все, вот эти вот контроль, кралька, большую кучу. Вон. Веди, веди, правильно, правильно, все. Теперь идем дальше. Идешь. Поскакивай вот сюда, где месяц. Видишь, ты на хламоботах ведешь. Ты на них прям ведешь. Ну все, уже беги. Только на других не веди. Веди, где месяц, мы там. Там видишь, они идут со всех сторон. Веди, где я. Посчитайте мобов. Босса пока не бейте. Раз, два. Классно посчитал, да? Их еще мало. 14. Ну, там большая пачка идет. 12, 14, 15, 16. Я 17 насчитал. 20 точно есть. Нет, 20 точно нет. Нет, с последнего перехода будут. Пока не бейте босса, пока не бейте. Сейчас смотри, такая же так тема. Мы должны максимально подбивать его до 30. Ну я скажу тогда стоп, подбивайте только дотами, не сильно типа. Сейчас смотри, они подходят, да, давайте новую. И мы идем обратно к лестнице, да. Мы еще сейчас... Нет, я выйду из рейда. Шалам, давай по очереди. Да у меня когда 10 секунд? Ну снова наносит 625 урона. А все равно не надо, мы точно залим. Первый уровень. Первый уровень. Так а шмотки ты не снимала, да? Ну ладно. Ну я некоторые стрелы бью первого уровня, которые прям один. Ладно, вы не поняли, о чем я хотел сказать, просто забей. Возьми метки на бомботов, раскидай, пусть каждый будет свою цель точно бить, чтобы без масс. 10 штук, 10 меток. Смотри, сейчас пока жди здесь, ждем вот эту большую кучу, жди пока там, ну там, ага, все. Если я вижу, дайте новую сейчас. Подходит. Уйди ему там, уйди. Давайте бомботов тоже потихоньку, электрон бей. Нет, бомботов не надо, не трогайте бомботов. И босса, они босса не бейте пока, смотри. Веди его к ворота. Вот сейчас это дерьмо закончится, дайте новую, хламоботы к боссу идут. Блин. Это надо, чтобы по 2-3 кучи вышло. Все там собирай. Переводите босса ближе к стенке, подводи его. Что он тащит его? Переводите 2%, переводите и стопайте потом. Все, перевели, все, не бейте босса, на хламоботов смотрите. Он 30 секунд сердце. 20 секунд. Все, сейчас эту большую кучу главное законтролить. И три кучи, которые вон там. Разбегитесь по ним сфирами. Без дамага. Мутант. Ты понял, куда вести, да? Вот меня с зеленым шлемом видишь? Вот сюда примерно. Чтоб тот не слил маленького, не слился. Маленький не слился.
Сейчас я попробую с тебя стонтить. Стой. Ну типа дальше. Да. Не по-моему, один мобот пропал. Но один это не страшно. Вот ближе, который... Кто там? Сатрарев, Зафиряев. Веди мутант к лестнице, чтобы не слился вот этот маленький. Веди дальше. Нет. Бля. Да наоборот, уводи его сейчас, я его сейчас затолкну. Не трогай. О, нормально. Закручивайте по спирали, чтобы они в центре были. Давайте пробуем закручивать. Дайте сейчас новую, потому что он кастует эту херню. Все, пока не трогай. Ну они тут нормально, если что, можно сливать. Нет, там уже много. Сводите их. Да ну, сейчас теперь только ханты и зайти эти ловушки, и чтобы они закручивались. Там если бить, то сейчас надо бить, они в центре стоят все вместе. Не все, там два, не все. Вам дать, короче, нормальный подбок не залезть. Там берса 50 секунд, надо, если что. Нужно, чтобы он обзрел. Успеем. Сейчас смотри, дайте новую, чтобы пришли мобы в одну как... точку. Ну дайте что-то. Блять. Передо мной кто-то, бегите к лестнице. ШП там какой-то, вас чарли. Он даже давайте уже войдет. Ну смотри, что там, там 20 есть точно. Подождите, не бейте пока. Я понимаю, что 20 есть. Все, готово. Сейчас сливайте. Давайте пыткой разума по меткам бумботам. Бумботов дамаж? Да, бумбот. Да, только точками. Точечно. Не взрывает, их не достает, видимо. Танька взрывает, урона мало. Их надо было подбивать мелко. Ай, все пизда. Так это бомбы, нихуя не... Бомбы должны вообще убивать их, там две бомбы должны их убить. Они не работают. Вот, теперь надо хламоботов подбивать, все решили, да? А чё, вы в тот раз подбивали, да? Ладно, я подбиваю. Убью всех хламоботов до 5к, тогда точно убьем. Падайте. Да надо было бомботов оставить. Каких оставить? Да, бомботы не взрывают. Два бомбота должны были убить всю эту пачку, они вообще не дамажат. Бред. Ну а может она не работает уже? Сколько было? Кто-то заметил, что хламоботы умерли? Хоть один? Нет. Нет, не умирали. Они там по 5к били. Нет, мало. Это очень мало. Да есть када там, посмотрите, сколько урона по хламоботу пришло от бумбота. По-моему, там вообще ничего не пришло, потому что вреди нет. А вот, бум, что-то вижу. 4000. Раз одного. Тебе 4000 прилетело. Ладно, теперь надо хламобота просто подбивать. Так это не это. А вот урон бомботами 4000. Кралька 1.8, 2.5, 3.9, 4. Вообще херня просто. Они там чуть не ваншоты должны эти бомбы. Они вообще не бьют. По десятке надо рот ваншоты. Не ваншоты. Просто мы там тогда хорошо свели, что они в одной куче очень сильно стояли. Хорошо залили. Надо просто конкретных людей назначить на конкретные метки. Так лучше будет. Ну ты там сколько меток поставил? 4-5? Короче, мне так впало это. Я поставил 9 меток. Это максимум. 9 меток на бумбот. Я их посливал. За 12 секунд слил 4, наверное, бумбот.
они взорвались. Ройл, ты пришел? Короче, давайте ластрай. Не, мне что-то вообще реально уже впадло что-то здесь находиться. Если не зайдет, просто убью. На прошлом трае знаю, по-моему, интересно. Чего? Че ты сказал? Я сказал, что интересно. Типа, а чего в людей делать, это очень прикольно. Так тут дело не в ловушках было. Ничего. Кто-то может по скаде посмотреть полученный урон хламоботами? Кто бил хламоботов? Или там, не знаю, там есть бомботы вообще? Я там одного убил, по-моему. Ну или не убил, но у нас. А, наверное, так не покажет, да? Что бомбот убил. Бомбот тоже наносил. Наверное, не покажет. Ну вот, Олег, по тебе 3995 ударил бомбот. Может. Странно. Должно бы хотя бы одного сосчитать, потому что там были хламоботы и посеемка. А я убивал много бомбот. У них РНЖ слабые. Что мы стоим? Надо чуть ли не выедини слить, чтоб они взорвали все. Может быть, кстати, урон от бомботов делится на тех, кто рядом. Не, это глупо. Не, это был бы провал. Давайте же, жиру, жиру. Ой, боже. Поставьте шкаф. Стоит. Я не увидел. Давайте бафайте Литриона. Короче, Фроснова это фигня, там наносит 750 урона. Ничего страшного. Точнее, готов. Ты начинай там агрить босса. Молча подбивать ломоботов до... Желательно, короче, до 5к. Да не, подбивать не надо. Нет, надо, надо. Я это вас надо. Не послушал в прошлый раз, а надо было подбить. Так, у них РНЖ слабое, понимаешь? Ломоботы уже туда отошли. Да нет, там были хламоботы прямо в одной точке с бомботами и были такие. Они в разных кучках были. Но. Ну так, ну а сколько засчиталось? Ноль засчиталось. Вывод какой? Где кому-то сколько засчиталось, видели? Таймер вообще. Или я ноль? Я вот сейчас выставил. Я не стоял. Я вообще, у меня ноль было вообще. Почему? Не знаю. Смотрим сейчас. Все, беги прям к воротам. Прям к воротам беги. Ладно, до 10к подобью. В конце уже до 5. Ты прям упрись, не стой. Кралька, давай новую. Вот тут где кралька. Право, но не замедленный. С
самая нормальная тема проскочить. Сейчас он к тебе придет. Сколько там новых КД? Давай еще. Ага. Вот смотри, и сейчас ко мне вот к месяцу. Вот, вот так вдоль стеночки. Также к куче и также обходим этих дураков. Правильно там заморозить. Вот, заебись. Можешь тут порофлить, постоять. Ну типа. Вроде уже 10 миль. Да, да их он же съедает еще потом. Вот тут вот, ага, постой немножко, они скопятся там. Вон, и все, и лестница. И лестница только будет. Угу, угу. На меня ориентируйся, на меня беги. И сразу сюда. Сейчас мы ждем их оттуда, чтобы они ближе вот сюда к тотемам подошли. Вот здесь вот ставь босса. Как они подойдут, мы пойдем к воротам. Не бейте босса, сейчас уже 8%, не бейте пока, не надо сейчас переводить. А то они сольются с ним. Стопните по боссу. Сейчас пока немножко отпустите их, не давайте новую, не давайте корд. Стой пока, стой. Сейчас они немножко подойдут, чтобы у нас был шанс. Так, все хамоботы подбиты до 10к. Все, давайте новую, веди к воротам, ровно к воротам. Пока не бейте. Давайте новую, сейчас он 10 секунд докастует. 5 секунд. Все, беги уже к воротам. Угу. Не надо феры кидать, куда вы кидаете их? Ну, блять. Давай, новую краль. Все, ставь к воротам. Сейчас подожди. Сейчас. 50%. Переводите. У ворот надо ровно переводить. Все, переводите 2%. Я их пока откину. Они еще все откидывают или не все? Все, перевели. Сейчас смотрим, куда проскочить. Они с этой кучи будут идти сразу к нему, видишь, вдоль стенки. Так что ты на меня смотри сейчас и сюда пойдешь. Типа проскакивать будешь. Между большой кучей и вот этой. Ну главное, тут-то два он съест, это ничего. И съест. Если их вернуть, они не обязательно пойдут в него. Они стоят. Но... Вот, на меня беги, на меня беги. Угу. Смотри, ну съел. Беги, блядь, трех съел или двух. Двух. Вот тут вот мобы, дайте им, не беги в них, не беги в этих мобов. Дайте новую, кто близко там к вам работы, какие босс. А у всех бумбокс станет. Да. Кажется, задиран. Это они на тотем наагрились, этот что ли, шаманский? Сейчас скажу. Вульгрин, подвинься. Заряди их туда. Ой, я сейчас Вольгримса оттуда вытащу. Сейчас посмотрим, куда они пойдут. Они что-то на него согрелись. Сейчас мутант в центре. Ты к воротам подходишь. Немножко их подпускаем к себе. Они на Вольгримса на Вольгримса нагрелись. Все бомботы. Что это за дерьмо? Сейчас еще. О, точняк. Точняк, иди в центр с этой меткой. Блин, надо было Вольгримса туда тянуть. Да потому что он их откинул. Пока не переводите, пока не переводите. Вот здесь дайте им новую. Сейчас они близко, дайте новую. Веди ровно к ступенькам. Бля, Джерри убил хламобота, сука. Сейчас он докастует, я попробую стункить. Веди вот туда, где ты идешь, потом я скажу. Давай. Дайте на звезду, Боб. Дайте новую. Вот здесь у ступенек переводите. О, может бомбы тоже подбить? Переводите. Бомбы не надо подбивать.
не взрываются, когда у них там половина тут. Видишь, они по 5к дамажат, скажут, они не взорвут. Давай новую, давай новую, всем только мобов. Там какие-то идут еще. Сейчас он сердце выложит, будет стоять. Все, смотри, чтобы не дошли. Ну пойдешь вот так вот примерно сюда. Типа, главное, чтобы с большой кучей не слились. На себя, Войт, поставь что-нибудь. Там можно метки на бомботов ставить, только месяц не ставь там. Да потом, потом. Вот тут вот идут, видишь? Вот, пиры какие-то. Ориентируйся на месяц, здесь два хламобота, даже три. Сейчас попробую помочь там, если получится. Не трогай пока. Цей их откину. Угу. Все, попробуем их наебать. Веду к воротам. Ну и сейчас, короче, закручиваем. У нас до берсы 2.5 минуты. Это вообще заебись. Вы смотрите, как, чтобы они кучно были. Потому что танком плохо их. Ну такое. Давай попробуем позакручивать. Дайте новую там, кто близко. К боссу. Из хромобота. Сейчас мы круга 2 сделаем и все. Или 1.5 даже. Кто-то, кто может там... Вперед меня забегает вообще хорошо. Жмись невесомо. Блин, там нову больше не давайте, пускай ханты их смедляют. Ну надо, чтобы они шли. Если они будут на месте стоять, то не будут собираться в кучу. Блин, беду дипка, не подбиваем мобов. Замедли, дайте нову. Дайте новую НКСКИ. Ага, все правильно понял. И еще сейчас вот так обойдем. Скашка переводить. А, он уже переведен. Не бейте босса, кстати. Почему вы его бьете? Вы че? Стоп. Все, не бей. Он, типа потом опять не успеем убить. Блять, не бейте босса, кто там, лоб какой-то. Скинули каунт. На фулбокс не бей, тирагоса не бей. Тирагоса не бей босса. Да у меня дотки все. Тирагоса. Ну васаба, почему-то идут эти бомботы. Васаб, подойди к хламоботам. Да не агрится никто. Куда они бомботы пришли? Давайте, сейчас всех засосет нормально. Как там они могут? В кучке, не в кучке? Еще нет, надо да еще. Да бомботы почему-то за ними идут, но остают типа. Тотем оков земли, короче. Надо, дай... чтобы бомб сюда притянул кто-то. А, бля, нихера ты дал. Бомботов. Точняк, или кто там стоял? Волкер, не феряй, блядь, бомботов. Сошлись они, нет? Еще нет. Пока нет. Сука. Веди другую сторону робота, другую сторону веди. Веди его к ворот. О, ну как-то так. Бейте быстрее, 10 секунд. Не, не бейте, еще не бейте. А 10-9 секунд, да, бейте, да, Олег, бей бота. Давайте, ну, да, точно бомботов сливайте. Просто снова дай, давайте и сливайте бомботов. 2, 3, 7, 8, 9. Поздравляю, провалили. Убивайте босса. Хорош. Бля, это что надо, хламоботом 1к оставлять? Да это не работает еще, бомбы должны больше, типа, бить, убирать. Не, ну работает, но по-дебильному. Или мы по-дебильному играем. Там бомбы, типа, должны сами себя убивать, там надо убить 2 бомбы, и все. Мы же сделали как-то в тот раз. Может, они опять с этой обновой сломали, когда его делали. Зайду пока на ДК. Посох надо кому-то? Красненький. Как помогу, да. Алло, да. Да. Ладно, на танк.
Правильно все. Так, ну это кожаная. Заходите обратно на персов, которыми вы были. Пойду бью, 3 минуты. Там просто в рейд хотела. Сколько там было? 10, по-моему, да? 8. И чё, вот вы убили этих хомоботы, живые оставались, да? Да, там штук 4 живые были точно. Да нет, там штука оставалась. Их или ауезали, или я не знаю, или там не было 20, хотя вряд ли. Ну, может быть, кто-то поубивал. Кстати, да. Там, может, кто-то умный и сушением побил. Давай посмотрим. Ах, у меня склада нет. Там просто первый трек Каменс ебашил и сушением, и мы не сделали чил. Потому что он задевал всех ломботов и не умирали. Может, так тоже в этот раз было? И может, один моб сдох слишком рано, да и все, и таймер запустился. Нет, не может быть, потому что 8 хомоботов только убили. Давайте сливать трэш вот там тут. Не, уехали, никто не убил. Давайте кружок сливаем. Калагарн, что на Калагарне? Все. Давай. На прошлом КД делали. Да. Очко мочевым делаем. Сейчас я никому. Так. Короче, кто за то, чтобы просто зарыгануть калагар? Два плюс. Ну это неправильно, мне кажется. Кому тоже нужны очевы. Кому нужны очевы? Мне нужны очевы. У меня не сделал. Ну на 10-го перса, конечно, у меня не сделал. Могу зайти, давайте сделаем. У меня нет, мне как-то ни холодно, ни жарко. Не достаю. Слишком далеко. Че из этих ачивки париться? Так вот делаешь, делаешь, потом хоп, тебе персонажа спиздили, ни ачивок, ни персонажа. Вообще не знаю, че вы паритесь. Поэтому это при вознесении, по-моему, или 40, или 50 фракций, что на ачивку давалось, и знаешь, сколько их фармил? Там БК, классы, лички, все там. Давайте посмотрим так. Кто хочет убивать брундира последним, плюсы? Не, лучше. Это типа сложно? Не, ну да, это самый сложный. А тогда не надо. Один плюс за брундира. Кто хочет последнего Малгейма убить? Похуй. Два. А это типа средний, да? Да, это средний. А ну давай самого легкого, короче, методом исключения. За сталелома кто? Плюсы. Раз, два. Три, четыре. Ну все. Четыре за сталелома, два за Малгейма. Два за брундира. Тот еще плюсанет или... Всем остальным все равно, да? Ладно. По-моему, да, все легко. Все сложится. А, на самом деле, да, все легко. А это, там фляжку надо с пола пить, да? В конце. На последнем боссе. Юзнешь, вдруг умрешь. Да, еще точнее, типа, надо пить тогда, когда ты уверен, что ты убьешь босса и не умрешь. Да, я забыл, кстати, где ебать. Она в грозовой гряде за 10 этих осколков. Короче. Там, где храм штормов. А, место крушения Грумарша. Вот там вот.
А что-то здесь маги в рейте? Дайте порт по Гримар, пожалуйста. Что-то, кстати, давно самогона не видно. Да, он уже исчез. Деревня. Спасибо. Куда, куда он? Он же по выходным в деревне. Бывает частенько. Да ё-моё. У него там очень хреновый нет. И всё остальное. Что можно делать там зимой? Ебать. Не знаю, по-моему, прикольно. Летом еще понимаю, что там можно позаниматься, а зимой. Ладно, давайте еще разок. Сейчас перед траем. Точно что делать? Вот есть еще танк. Ну, ну танк куда-то, он сказал, отойдет. У меня есть. Я лучше БДК танчу, если что. Просто добини, поднимите певчу. Хит хилюсь лучше, чем БДК. Не пробивает. А есть джифс у кого-то? Ну или хламобот там починить. Смотрите.